Здравствуйте, дорогие зрители! Когда я чистил место на карточках, чтобы было куда записывать мою 4-часовую сборку компьютера, я наткнулся на исходники вот этого красавца, об обзоре на которого я, прошу прощения, забыл. Правда, только на вступление и сборку, а само описание я так и не нашел. Это Ninja Saga Legacy ремейк земляного бура Коула, где он, собственно, сам... То самое чувство, когда у тебя так много лего, что уже и не помнишь, что куда дел. Хотя, для человека, что помнит 200 мини-фигурок поименно, из которых 100 еще и пофамильно, это уже и не удивительно. Ставь лайк, если тоже помнишь все свои мини-фигурки в лицо. Что ж, вы смотрите сборку, а я пока пойду, поищу, на какой же полке я его посеял. Thank you.
Ну вот и все, я нашел. Мне даже повезло найти не только сам бур, но и бигфигу. Бур я нашел в Москве и привез сюда на дачу, а бигфига как была на даче, так и осталась. Начнем с ее лица, то, на чем я делал акцент еще во время быстрой сборки, лицо напринтованное. Если отсоединить маску, то совершенно ничего не заметно, но вот если ее присоединить, то получается вот такая направляющая, и видно, что лицо напринтовано слегка криво. Маска. Из-за маски ему нельзя посмотреть в бок, она сразу начинает отсоединяться. Можно клыки поставить вверх, и тогда все будет в порядке, но клыки вверх не по инструкции. То есть она так и задумана, должна ему мешать. И еще кое-что. Вы любите, когда наклейки не совпадают по цвету с деталями? Насладитесь этим. Просто насладитесь. Они не то, что не сделали прозрачную подложку. Детали черные, а наклейки серые. Господи, вот вы же знаете, что я перфекционист. Кто-нибудь, пожалуйста, придите ко мне сюда и выколите мне глаза. А, так, ладно, это уберем. Это не представляет себе ничего интересного. Даже, у нее даже мозги, кстати, проработали, вот розовый кубик. Жалко, что не вытекли, ну да ладно. Еще мне очень нравится его конструкция локтевых суставов, а именно их отсутствие. Палочки. Вот еще, знаете, вот здесь такой нагрудник идет, вот как ему вперед атаковать, вот так вот или как там, вот так вот. В общем, с подвижностью беда. По бигфиге все. Сам бур. Что же я хочу по нему сразу сказать? А то, что я в него уже каких-то двух левых чуваков успел посадить. Кстати, этот чувак из оригинального Лего. Раз уж оторвал. Кабина. Кабина мутная. Мутное, дешевое пластиковое стекло. Да и в принципе, когда я держу это в руках, у меня складывается ощущение, что я держу какую-то дешевку. Это может быть совершенно субъективное ощущение, и вы можете с ним не согласиться. Оно у меня, скорее всего, складывается не только из-за того, что здесь стекло мутное, но и из-за вот этого отвратительного, бесцветного, неяркого, зеленого, болотного цвета. Вот знаете, когда подкидывают в костер еще сочную траву, из него начинает валить зеленый дым. Вот именно с таким цветом у меня ассоциируется вот этот зеленый болотный. Зачем он тут вообще? Я на 100% уверен, что ни одного человека этот цвет не ассоциируется с землей, с буром или даже с какой-нибудь техникой. И окей, я понимаю, если у них еще не оставалось деталей, они скомплектовали этот набор из того, что было под руками. Но в каком наборе, в принципе, я ума не приложу, могут быть нужны вот эти детали вот в таком цвете. И вот эти детали вот в таком цвете. Зачем он здесь? Поставили бы темно-серые детали вот сюда коричневые или черные, а вот сюда вообще любого цвета, но только не этого зеленого. И зачем нужен бур? Бур нужен для того, чтобы бурить землю. Окей, да, я согласен с тем, что это игрушка, и я не буду тыкать ее носом в землю и пытаться ее там пробурить. Но посмотрите, я вращаю специальную крутилку, бур еле дергается. Я вращаю колеса, бур вообще не двигается. Поскольку у меня было много дублей, вначале он еще как-то дергался, но пока я его туда-сюда двигал, вот эта круглая шестеренка напрочь сточилась и отполировалась. Вот это здесь круглое, вот это здесь круглое и вот это здесь круглое. И причем в оригинальном наборе точно такая же конструкция. И, блин, это сделано для того, чтобы бур вращался и от колес, и от этой крутилки, но при этом от крутилки и не вращались колеса одновременно. Но в итоге эта система сточилась, и она не работает вообще никак. Сделали бы, я не знаю, нормальную шестеренку, и чтобы он крутился только от крутилки или только от колес. Это хотя бы работало, и работало бы постоянно. В итоге, от скольких, от примерно 3 часов активной игры вот этой функцией, она ушла в негодность. По-другому это назвать и нельзя. И последние, шутеры. Проверим, как они стреляют. Ну, в принципе, они стреляют, но в чем прикол? Они стреляют ему в кабину. От кабины она отрикошечивает и летит в угол дальше.
Нет, ну, они хотя бы стреляют, пусть и криво. Итак, на этом все. Довольно интересный был опыт по обзиранию того, что ты собрал год назад, и берешь сейчас в руки, словно в первый раз. Но, к сожалению, опыт не очень удачный, потому что мини-фигурки я так и не смог найти. К счастью, я их фотографировал в 2019 году для моей LEGO Army 2020, и их фотографии вы сейчас должны видеть на экране. На этом все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, и ссылку на этот набор я в описании не дам, потому что его уже как год сняли с продажи. Пара-пара-пара-пам.